ответьте, пожалуйста, Владимир, почему эту выставку делали мы сейчас? Ее было важно, может быть, сделать именно сейчас. Какие у вас ощущения от того, что она происходит в 2015 году? Я думаю, это подведение некого этапа жизни. Собственно, она состояла из разных частей. Последний этап, он работа в пресс-фотографии, он как бы продолжается, поэтому подводить еще рано. А этап, который связан был с любительской съемкой, с поездками, он был давно завершен и лежал. Ну и теперь, как всегда бывает, спустя какое-то время этот материал всплыл. И таким образом он оказался на стенах благодаря вот вам. Какие здесь, на ваш взгляд, самые важные серии, самые важные темы на этой выставке? Ну, во-первых, я думаю, что любой вид творчества связан с внутренней энергией и чувствами. И вот там, где я испытывал какие-то чувства, и тогда и рождалась фотография, которая для меня важна. Скажем, дорога к храму, когда разрушенные храмы, когда люди. Вот все это очень болезненно было видеть, и поэтому, снимая, я испытывал бурю чувств. И поэтому эти фотографии для меня важны. Так же, как старух, сидящие на крыльце. В общем-то, памятники – это тоже своего рода такой сюрреализм, который в деревне, в городе мы встречаем памятники, мы их не замечаем. А там, когда стоят они, бывают свежепокрашенные, бывают облупившиеся, это производит впечатление некого шока, потому что вокруг все дикое, и вот стоит золотой или серебряный, и куда-то показывает. Вот какие-то такие впечатления, они, в общем-то, рождают движение внутреннее, которое заставляет снимать, передвигаться, жить.